Ну, вы же представляете себе, да, объект стратегический, особенно если крен какой-то у трубы. Ну, давайте я выясню, да, потому что я сама не один раз бывала на ТЭЦ-2. И, ну, спрошу, есть ли на самом деле такая труба, потому что, во-первых, там труба не одна. Представители ТЭЦ-2 нам пообещали рассказать, как обстоят дела с трубой. Завтра мы вернемся к этой теме. И к другим темам. Красноярская ГЭС перешла практически в руки Олега Дерипаски. Сегодня олигарху принадлежат 90% акций гидростанции. Сегодня стало известно, что Русгидро...